Вітаю! З вами програма «Тема». Я Олена Хорошилова. Сьогодні наша тема звучить так. Созідательський дім мрії здійснюється. У нас в гостях Леонід Турчин, заслужений будівельник України. Вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Леоніде Аркадійовичу, на одній з наших зустрічей в цій студії ви розповідали про проєкт «Справу свого життя». Це будинок літніх людей в селі Спаське. Ви прямуєте мрії. І на якій стадії знаходиться проєкт? Ну, мрія не тільки дом пожилих людей. Мрія в тому, щоб соединити молодость і старость, як говориться. Там дом для пожилих людей і дітей. Діти, які лишені батьківської опіки, діти безпризорні. Ну, в общем, от це то, що зробили в Японии, в Канаде, я вот это прочитал, сейчас узнал, что и в Австралии такое. Вот такая у меня мечта, чтобы это сделать. На какой стадии? Стадия завершения, первой очереди. Первая очередь — это 11 пожилых людей, а насчет детей у нас все готово тоже. И сейчас проходим круги по власти. Мы же должны получить разрешение для детей, мы должны договора. Ну, в общем, идет пока оформительская работа. Но, да. А как идет вся справа? Ну, вот сегодня в мэрии Подгородня ведем переговоры, все законодательство достали, несем, будем разговаривать, чтобы... Это те дети, которые находятся под опекой исполкома. То есть им выделяются какие-то деньги, но они все равно на улице. Поэтому мы делаем все, чтобы здесь дети росли вместе со стариками. Старики передавали свой опыт, свои рассказы о жизни. А дети позволяли старикам начать заботиться о чем-то. И канадцы провели, не помню, канадцы или японцы провели такой эксперимент. 10 лет они наблюдали, и получилось, что вывод один. Пожилые люди живут на 10 лет дольше, имея общение с детьми. Потому что, ну, понимаете, что у таких людей в таком возрасте, у них взрослые дети, взрослые все, поэтому, а взрослые все работают, заняты, некогда уделять внимание близким, то здесь они получают именно то, что, кажется, должно быть. Я знаю, що ваша душа в цьому будинку. І що найважливіше, і що найголовніше в цьому проєкті для вас, власне? А для мене одно. Людям буде краще, вже добре. Задача таких домів, весь світ займається, ну, заботою о пожилих людях. Заботою о дітях, які брошені, там, безпризорні. От мені теж... Как бы хотелось, чтобы... Я, конечно, не могу сказать, что я всех... Но вот сегодня звонки за звонками, мы сюда поднимались, уже звонили люди. Вот нам бы посмотреть, нам бы устроить своих близких. Я работал во власти, был замгубернатора. Я ходил по жалобам людей, по квартирам, по домам. Я видел, в каких условиях живут люди. Люди, которые одинокие. У кого-то есть дети, но они живут очень далеко, там что-то, какие-то денежки присылают, но жить нормально на это невозможно. Эти пенсии, вы же понимаете, что они недостаточны для тоже нормальной жизни. То вот именно вот в этом и смысл того, что делается, и мне кажется, что этим не хочется показать, что должны заниматься все-таки государство. Так как я хочу, чтобы жили люди и дети в этом доме, должны жить все пожилые люди. Все, кому нужна помощь. Мне так кажется. Вы хотите, чтобы держава брала участь в вашем проекте? Говорить, брала участь, ну как я могу говорить, примите участие. Я просто хотел от власти... Простого. Чи ви хочете державі показати приклад, як потрібно покупатися? Ні, прикладів багато. Пример во всьому світі. Я завжди говорив, давайте зберемо всі закони, всі програми зарубіжні. Виберемо найкраще і примінимо у нас. Це якраз не так.
Вопрос в том, что мы подписали меморандум с облсоветом. О чем шла речь? Речь не шла о том, что дайте денег, постройте мне дом, а я буду заниматься. Шла речь о том, что сегодня проводится большая работа по ремонту больниц, школ, садиков, санаториев, пионерлагерей. Ну вот мы даже делали ремонт пионер. Я хотел бы, чтобы мне дали оборудование. Пусть оно старенькое, потому что оно очень тяжелый проект, очень дорогой. Но мы все как бы смогли сделать сами. Мы тобто ви не дочекалися обладнання? Я не могу сказати, дочекалися чи ні. Ви... Ну, произошли вибори, там зміна, там то. Ну, в общем, це трудний процес. Тобто зараз все вже є? Да. Угу. Без оборудовання ми все отримали. У нас, я вам скажу, я хочу даже поблагодарить, якщо можна, через камеру тих людей, які допомогли нам, які дали безплатно. Вот, нам дали безплатно, як подарок, оборудование для спортивной площадки пожилых людей. Мы получили оборудование. Килева, директор, она как благотворительность, как помощь, она дала нам бесплатную площадку. Я выражаю большую благодарность тем людям, которые ну, хотят помочь. Потому что я все равно это сделаю, но это может быть позже. Я не потяну сейчас что-то большое, но все реально, ну, я приглашаю вас посмотреть на это все, потому что там таки уникально. Это 2 гектара земли. Мы посадили там сад, 80 яблонь разных сортов. Мы сделали пруд 15-метровый диаметр с рыбой, со всеми. Ну, то есть постарались сделать, чтобы максимально люди жили, как положено жить, извините. Багато будинків, ну багато, чи це добре, чи це не дуже добре, я навіть не знаю, але є будинки для людей поважного віку і в місті, і поза містом. В чому переваги вашого будинку? Чому саме на нього треба звернути увагу людям похилого віку, які входять в цей період? Чому саме, які переваги, що такого, чого немає ніде? Ви мене як-то вводите в краску, я не знаю. Дома есть. Я делаю, как я понимаю, должны жить люди. Как там живут люди. Ездили наши по домам, смотрели. Ну, мы немножко другое. Здесь больше возможно. Ну, представьте себе. Ну, все знают, что такое гостиница. Это номер, там, одноместный, двухместный, там, трехместный. У нас вот номер. Возьмем одноместный номер. В каждом номере свой балкон. Своя территория, ну, санузел. Все, что положено быть в квартире, там есть. Поэтому я не знаю, как в тех домах, но немножко не так. Одноповерховый будинок? Одноповерховый, потому что по нормам, как бы, ну, вы же понимаете, что пожилой человек подниматься куда-то или опускаться, это, наверное, будет не так просто. Хотя есть и двух, я видел картинки, там и трехэтажные дома. Все эти дома, они, я не критикую, нормально, что хоть какие-то условия есть. Но эти дома все на базе ну, бывших жилых домов, бывших офисных домов. Это бывшие. А мы сделали новое. Вроде бы сейчас люди очень заинтересованы, звонков очень много. Мы сейчас, вы же понимаете, что мы не можем брать, не глядя. У нас даже есть анкета, которую человек должен заполнить. Мы должны знать, чем он любит заниматься, какое у него хобби, что бы он хотел видеть там, что еще. Ну, все его пожелания мы хотим знать заранее, что он ест даже. Для того, чтобы удовлетворить его потребности так, как он хочет, а не так, как хотим мы. Тобто вже реакція пішла, нас дивляться люди, і у всіх є якісь люди поважного віку в сім'ї, і всі, так чи інакше, слухаючи вас, вже приміряють цю ситуацію до себе. Привідкрити трошки завісу, як відбувається прийом людей, яке відбувається спілкування. І ще такий дуже важливий момент – це фінансова частина. Смотрите, от ми зараз сидимо тут, а от на цьому домі, вот буквально мы, заходя к вам в студию,
был звонок, женщина сама приехала туда. Она хочет посмотреть. У нас там сегодня еще есть прораб, директорша уехала в банк. Сейчас появится, она покажет это все. Люди хотят видеть, что это, как жить. Смотрите, чем мы, вы спрашивали, много домов? Да, их очень, мне кажется, сотня даже. Но такой территории, я думаю, нигде нет. Я знаю, есть один дом в Киеве, в лесу. У нас 2 гектара земли. Это место, там беседка стоит, там пруд, там можно ловить рыбу, там можно играть в игры. Ну, все там есть для того, чтобы можно было нормально проводить время. Я даже мечтаю о том, что мы, может, поставим тепличку. Ну, что захотят люди? Вот я когда-то лежал в больнице, и была такая традиция каждый месяц или неделю, я уже точно не помню, нас собирали на собрание и говорили, а что вам здесь не нравится, а что нравится. Вот и я хочу так, чтобы было, чтобы советоваться с теми, кто живет, как им дальше жить. Ну, тобто в процессе это же может коригуватися, додаватися. Можем снести дом, построить новый, а можем продолжить это. Ну да. У нас там еще 2 корпуса, которые мы хотим, мы пока их не будем сдавать, потому что мы хотим попробовать, может быть, вы понимаете, особенно нуждаются, это больные люди. Но для у нас в стране, чтобы ухаживать за больными или предоставлять услуги, ну это очень большой путь, это лицензия, это сертификация. Вот мы думаем, может быть, мы подрастем и какой-то корпус пустим для, предположим, колясочников. Мы мечтаем там об обмене такими людьми с другими странами. Вчера встречались с консулом Израиля. Разговаривали с представителем Германии. Может, будет обмен как-то таких людей. Они, наши уехали туда, может быть, они хотят посмотреть, что сделается здесь. Отсюда поедут сюда, они никогда не были за границей. В основном пожилые люди – это советские люди. Они не ездили тогда, не пускали или не могли. То есть вот такие мечты есть. Как оно получится, позовете, я сообщу. Щодо персоналу, ви планували особисто відбирати персонал, і це мали бути люди, які живуть неподалік. Так ми і робимо. Ми зараз проводимо як по артистичний кастинг, а взагалі ми, ну, конкурс. Да, ми відбираємо людей. У нас вже пройшло 3 рази ми зустрічалися з всіма, давали завдання, іспитували. Ну, в общем, конечно, лучше, если будут люди местные, потому что, ну, ездить не наездишься. Ну, вроде бы получается. Уже взят директор местный, уже повар есть, зампровар. Ну, я даже не помню всех, кто там уже намечен, будут. Все ж таки, давайте повернемося до финансовой части. Наскільки це доступно? Кто может быть цими вашими подопечными? Если кто-то нас видит, я прошу этот пункт послушать внимательно. Смотрите, есть цена содержания. Есть одноместный номер. Это 15 тысяч гривен. Это полное обеспечение едой, постель, ну все, что положено. Месяц. Месяц. Я вам скажу, что эта цена взята не с потолка, а это то, что, ну, я был в областном управлении защиты или департаменте, и мне там назвали эту цену как государство. То есть те люди, которые содержатся в государственных домах, им выделяется 15 тысяч бюджета. Это вот та цена, от которой мы отталкиваемся. 15 тысяч – это одноместная палата, сам хозяин, с санузлом, с балконом, ну, со всеми делами. Это цена. Если это трех, у нас одно и трехместное. Трехместные палаты – это 2 комнаты. Если там одна, то тут 2. И это 3 кровати. Тоже санузел, балкон, все как в одноместном номере. Там 10 тысяч. Вот это на сегодня такая цена. Но есть возможность от чего-то отказаться, а что-то захотеть. Вы захотели что-то, пожалуйста, есть на все цена. Вы говорите, вот это я не хочу. У нас есть цена на каждый пункт. Отнимается. То есть переговорами можно достичь всего. Вот приехал человек, говорит, у меня папе 90 лет. Он говорит, я хочу
место в трехместной. Все, нет вопросов. Ну, он попросил там сделать что-то, прикрутить, что-то улучшить, что-то. Все сделано. То есть индивидуальный підхід може бути. Не просто може, бо він є. І скільки людей похилого віку можуть жити зараз, перебувати? Зараз 11 чоловік. Но всего 38 пожилых людей и 9 детей. Нормы по-другому не позволяют. Если говорить о детях, то детей можно в одной спальне не более трех. У меня домик, там три спальни, значит, 9 детей. Ну, вот так вот между законами, постановами и жизнью мы вот так и идем. У нас програма добігає завершення. Я б хотіла, щоб ви розказали, що таке дні відкритих дверей в вашому все будинку. Знаю. У вас є можливість зараз звернутися до наших глядачів і щось їм запрошенням, з побажанням. Ми от як тільки, от сьогодні, вроді би, строїтелі вже уходять, пройде кілька днів, ми хочемо зробити день відкритих дверей. Всі, кому ця тема близька, интересно или необходимо, мы приглашаем приехать, посмотреть, узнать все, взять договора. Мы не скрываем ничего. Дадим договора, дадим описание, дадим меню. Ну, все, что у нас есть, мы можем отдать, и люди могут увидеть, что это такое. Я считаю, что это будет для людей интересно. Когда это будет? Это когда мы посмотрим. Я боюсь, понимаете, я ж сам строитель, доверяю строительным службам. А где люди могут прочитать эту информацию? У вас на сайте можно будет подивитись? Оно и на сайте, оно и на моей странице, и на странице Созидателя. И много очень информации мы даем в Фейсбуке. На Фейсбуке будет информация, можно следкувати за этим? Я вам скажу, за нами следкувати легче, чем за всеми. Потому что мы известная фирма «Созидатель». Можно всегда позвонить и узнать, а где посмотреть. И мы ответим. Мы вам дуже вдячні за цю розповідь. І ми вам бажаємо успіху. А я нагадую нашим телеглядачам, що у нас сьогодні в гостях був Леонід Турчин, заслужений будівельник України. Це була програма «Тема». Я Олена Хорошилова. Бережіть себе. Незабаром зустрінемось.